Мы уже рассказывали о том, что к 90-летию Ленинского района областное правительство решило сделать городу видный и хороший подарок, выделив средства на масштабное благоустройство в центральной части у кинотеатра «Искра». Контролировать реализацию проекта будет как муниципальная администрация, так и депутаты разных уровней. Мы встретились с Владимиром Петровичем Жуком и задали депутату Московской областной думы вопросы, касающиеся данного проекта. Владимир Петрович, вы ознакомились с проектом. Расскажите, насколько этот проект своевременен и насколько он современен? Ну, то, что он своевременен, это не вызывает никаких вопросов, поскольку жители близлежащих районов, да и всего Видного, здесь очень часто бывает, это любимое место. Поэтому именно с него и начать вот такую глобальную реконструкцию. То, что он современен, я сейчас посмотрел, как все распланировано, какие материалы используются, какие технологии. Ну, могу сказать, что в Московской области, наверное, такого пока еще не было. Мы будем первыми, которые вот это увидят. Уже апрель. Наступила пора, когда надо начинать все работы по благоустройству. А успеют ли доделать все задуманное? Самое главное – это финансы. Финансы выделены, средства есть, поэтому начнутся конкурсные процедуры в ближайшее время. Будет определен подрядчик, и работа начнутся. Они будут идти зонально, так, чтобы не мешать людям. Самое важное то, что времени на этот проект достаточно. В октябре он должен быть завершен, а это почти полгода, даже чуть побольше. И этого времени достаточно, чтобы сделать все то, что запланировано. Московская областная дума будет на протяжении всей реализации проекта контролировать этот вопрос? Обязательно. Мы сюда приедем не один раз, поскольку будут зонально эти работы. То есть будем смотреть поэтапно, как будет сдана одна зона. Приедем, посмотрим и будем приезжать и дальше. Ну, я думаю, что несколько раз здесь обязательно побываем. И за это время вся эта работа такая действительно глобальная, масштабная. Я первый раз такой вижу, такой действительно большой проект. Будет завершено. Спасибо большое.